Привет, Алиса. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажи, Алиса, в каком ты вообще классе и как ты учишься? Я во втором классе, но я отличница. Ого, вот это редкость у нас. Алиса, у нас сегодня модель. Мы снимаем новую парту и растущий стульчик компаньон. Ну что, Алиса, расскажи, нравятся у нас съемки? Да. А что нравится больше всего? Вот парта, стульчик, может быть, сама атмосфера, комната. Все. Очень хорошая модель, приятно работать. Ну что, Алиса, расскажи, пожалуйста, о парте. Нравится или не нравится, в общем, все, что считаешь нужным. Парта удобная, и стол тоже. Удобно все. Можно закреплять в тетради, удобно писать и рисовать тоже. Есть полочки, можно что-нибудь положить. Тетради, учебники, пенал. Удобно прикреплять рюкзак. Удобно опускать и поднимать парту. Надо поднимать и опускать, чтобы было удобно рисовать и писать. Алиса, расскажи, а у тебя дома какой стол? И как ты думаешь, удобнее за столом тебе заниматься или за партой? Я думаю, что удобно и за тем, и за другим. Удобно писать, рисовать. У меня под столом еще сбоку тумбочки. А здесь не хватает тумбочек или полочек достаточно, как думаешь? Достаточно полочек. Хотела бы в будущем себе такую растущую парту или растущий стульчик, или может все вместе? Ну, думаю, все вместе. Хотелось бы, наверное.